Приветствую зрителей, это Большой Левшинский переулок, дом 1/11 с Пречистинским переулком. Городская усадьба Шереметьево, построен дом в первой половине 19 века, перестроен во второй половине 19 века. В начале 20 века здесь жил Владимир Александрович Обух, основатель советского здравоохранения, у которого здесь бывал Ленин. Далее дом 3. Это пятиэтажный дом 1957 года постройки. Можем его рассмотреть с вами. О доме известно лишь то, что это индивидуальный проект. Далее сам Большой Левшинский переулок. И справа находится храм Успения Пресвятой Богородицы. Адрес храма Большой Могильцевский 2. И дробь 2 это Большой Власьевский переулок. Храм построен на рубеже 18-19 веков. Архитектор месье Никола Легран, он же Николай Николаевич Легран. По этому проекту было построено в России еще два храма. Один в Нижегородской области, второй, кажется, в Тульской. Храм был закрыт в 1932 году, возвращен церкви в 2000 году. Отсюда мы и отправляемся далее. Направо Большой Могильцевский переулок и сквер Мигеля Идальго. Далее за домом 3 будет поворот налево в чистый переулок. Далее справа уже видно дом 4. Там строение 1 и 2. Строение 1 – это 1900 год постройки. Правда, нужно сказать, видимо, хорошо реконструированный. Совершенно не похож на тот, что был здесь в середине, скажем, 20 века. Сейчас в нем посольство и консульство Мексики находится. А строение 2, вот это, возможно, относилось к следующей усадьбе. Усадьба Собашниковых находится в глубине за сквером Нансена. Сейчас подъедем и посмотрим. В сквере установлен памятник Фритьофу Нансену, норвежскому полярному исследователю, лауреату Нобелевской премии мира 1922 года. И у него за спиной находится сама усадьба. Усадьба на этом месте известна с 18 века. То, что мы видим, восстанавливалось после пожара в Москве 1812 года, в 1816 году. Затем также перестраивалось неоднократно. Последняя перестройка – конец 19 века. Если быть точнее, 1898 год. В данный момент это офисное здание. Здесь есть даже салон красоты. Показываю эту усадьбу в разное время года, так как летом рассмотреть из-за деревьев не очень хорошо получается. Ну что ж, продолжим. Следующее здание также относится к этой усадьбе. Сама усадьба дом 6, а это дом 6, строение 3. И угловое здание. Денежный переулок дом 2. 2004 год постройки. Далее поворот направо в Денежный переулок. Угловое здание также видим. Это дом 8/1, строение 1. Дом дворцового ведомства. Построен он в конце 18 века. Выкуплен дворцовым ведомством в 1835 году. И использовался под квартиры дворцовых служащих. В советское время оставался жилым домом. Налево здесь Малый Левшинский переулок, а мы сейчас заглянем за этот дом дворцового ведомства, чтобы увидеть еще один дом, за ним находящийся. Этот будет дом 8/2, строение 2, четырехэтажный дом 1934 года постройки, жилой дом. Вот их общий двор, этих домов.
Уютненький, небольшой дворик совершенно, закрытый от проезжей части. Прямо следующий дом, 8А. Сейчас мы его увидим. Осталось только выехать из этого двора. Итак, следующий дом построен в 1928 году. Кооперативный дом, вот он здесь за деревьями и за оградой. Его летом не видно, но я его покажу. Это кооперативный дом. «Искусство и труд» назывался кооператив. Этот дом целиком и полностью занимали артисты и их семьи театра имени Вахтангова. Не буду их всех перечислять, их очень много, наверное, добрая половина труппы. Назову лишь одного, это Борис Васильевич Щукин. В честь него Большой Левшинский переулок в советское время назывался улицей Щукина. В доме имеются мемориальные доски Борису Васильевичу Щукину и Рубену Николаевичу Симонову. Чуть позже покажу и двор этого дома, проедем дворами. А теперь дом 10. Дом 10, строение 1, это бывший доходный дом 1901 года постройки. Недавно завершилась его реставрация, не знаю, изнутри что-то делалось или нет, снаружи точно фасад обновлялся, вот так он со двора выглядит. Когда-то был жилым, и в советское время сейчас нежилое здание, кто его занимает, никакой информации нет. Посередине этого дома налево поворот в Кропоткинский переулок, который мы сейчас вот переехали, и далее следующий дом. 12, строение 1, музей-мастерская скульптора Голубкиной Анны Семеновны, которая сейчас находится на реставрации. Проводятся противоаварийные мероприятия, строительство. Но вот так он выглядел до того, как его задрапировали, этот дом. Вот эта часть дома построена, скорее всего, после пожара 1812 года. Другая же часть, которую мы позже также увидим, построена в 1901 году. Когда дом принадлежал братьям Собашниковым, вот в 1901 году они пристроили к нему двухэтажное здание. Далее угловой дом, Смоленский бульвар, дом 22/14, и мы едем смотреть дворы этих домов. Заезжаем с Денежного переулка, за домом 3, строение 1, справа здесь посольство Италии, а слева дом 8/1, строение 2. Далее дом 3, строение 2, 1830-х годов строение. Это Денежный переулок. И за ним повернем налево. Это будет дом 8А, тот самый дом вахтанговцев. Справа видно медучилище. Это Смоленский бульвар, дом 24. Ну вот, мы заезжаем, можно сказать, подъезжаем ко двору дома 8А. Вот так он выглядит. Тут солнце мешает, конечно. Справа гаражи. Дворик совершенно небольшой. Сейчас мы его изучим, прокатимся по нему. Вот эти гаражи, прямо строение, дом 10, строение 2. Арка с калиткой в самый большой Левшинский переулок ведет. Ну и вот он, дворик этого дома. 1928 год.
Ничего, так сказать, особенного. Выезжаем. Тут напротив дома будут по Смоленскому бульвару, медучилище, за ним ЖК какой-то тоже по Смоленскому бульвару. Медучилище номер 13, по крайней мере, таким было. Прямо сейчас уже виден дом 20 по Смоленскому бульвару. Досоветская постройка ничем таким не знаменит домик. Сейчас еще увидим дом 10, строение 1, 12 дом, музей-мастерская Голубкиной и усадьба, которая у нас вот сейчас слева находится. Не пойми, кому принадлежала. Но сейчас все по порядку видим. Здесь вот ленту какую-то натянули. Задрапированное здание. Вот так прямо музей находится. И дом 10, строение 1. Так выглядит со двора. Впрочем, я уже показывал, как он выглядит. И вот эта вот усадьба 1901 года постройки. Вот здесь какой-то каретный сарай или что-то такое. Во всяком случае, ворота такие, что сюда что-то въезжало целиком. И сама эта усадьба. Сейчас это бизнес-центр, можно офис арендовать. Еще раз каретный сарай. Так выглядит. И еще раз усадьба. Или особняк. Трудно сказать, что это было. Левее находится вот такое задрапированное здание. Вроде как 1929 года постройки. Но, скорее всего, относилось к той же усадьбе или особняку. Просто надстроили в 1929 году. Теперь музей мастерская Анны Семеновны Голубкиной. Посмотрим уже со двора, так сказать. Это пристроенная часть, я уже рассказывал, с Абашниковыми. В 1901 году завершилось вот строительство вот этой части. Дома 12. Далее дом 22, дробь 14 по Смоленскому бульвару. И мы еще раз сейчас рассмотрим дом 12 отсюда. Вот с этого ракурса. В доме проводятся противоаварийные работы по крыше. Кто-то лазил из рабочих при последнем моем посещении этого дома. Дом 22, далее. Дробь 14, Смоленский бульвар, 1941 года постройки он. Ну а мы сейчас быстренько пробежимся уже по нечетной стороне Большого Левшинского переулка. Следующий дом. Дом 19, строение 2. Вот его уже видно. Досоветская постройка. Выглядел в советское время он не так красиво. Декор это уже этого века на доме. В доме находится корчма. Проще говоря, ресторан с доставкой на дом. Перемещаемся далее. Сейчас будет виден дом... Мастерская Голубкиной. И напротив дом 19. Это бывший доходный дом 1904 года постройки. Я читал, что его скоро снесут. Далее. Дом 17. 1933 год постройки. Каркас кирпичный. Стены крупно... Блочные, индивидуальный проект.
по-прежнему жилой дом. За ним находится... Слева за ним будет находиться поворот в Кропоткинский переулок. За углом вот дальним от нас. И далее городская усадьба Богданова, Белоусова и Сучковой. Начала строиться усадьба после пожара 1812 года. Вот один из домов, дом 15, строение 1. 1818 год постройки, дважды перестраивался за 19 век. Последний в 1891 году, архитектор Машков. Другие строения усадьбы перестроены также в конце 19 века, архитектор Шимановский. Проезжаем этот один из этих домов, поскольку второй за оградой плохо видно и за кустами. Следующее здание, дом 11, на углу с Малым Левшинским переулком. Здание выстроено в 2003 году. Это жилой комплекс «Дворянское гнездо». Построено на месте двух когда-то тут стоявших домов 11 и 13 по номерам. Угловой дом 11 был четырехэтажный. Не знаю точно, когда он, конца 19 или начала 20 века был дом. На первом этаже был магазин. Далее направо Малый Левшинский переулок, налево Денежный переулок, слева дом 2. По Денежному переулку построен в 2004 году. Вот так он выглядит. А справа находится жилой дом кооператива «Социнженер». Строился с 1934 по 1939 год. Сразу после того, как здесь была снесена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Левшине. Это дом 14/9, Малый Левшинский переулок. Он же жилой дом архитекторов и строителей, о чем свидетельствует табличка на доме. Помимо этого есть мемориальные доски. Одна выдающемуся строителю Николаю Стрелецкому, другая Николаю Александровичу Дегаю, крупному организатору строительства. Ну и вот информация о доме. Можете на паузу поставить, почитать. Ну и сам дом с Большого Левшинского так выглядит. Теперь дом 7 за магазинчиком. Это консульско-визовый отдел Австрии. И заезжаем через калиточку во двор дома архитекторов и строителей с Большого Левшинского переулка. И рассматриваем этот двор. Осенние и весенние кадры этого двора сейчас будут перед нами. Это весна этого года, а это прошлого года осень. Калитка находится напротив усадьбы Собашниковых. Далее посольство Мексики слева. Вот этот магазинчик проезжаем. Направо поворот будет в чистый переулок. За посольством находится сквер Мигеля Идальго. Справа дом 3. И сейчас мы уже увидим церковь Успения Пресвятой Богородицы в Могильцах, с чего, собственно, начали. На этом можно было бы и закончить. Но сейчас еще прокатимся по переулку немножко. Кому интересно, можете посмотреть. А так, в принципе, уже все. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго, пока.